Док-реалити – новое слово в рекламе. Чего хочет рекламодатель? Продажи товара, популярности бренда, положительного имиджа компании. На эти задачи работает масса пиарщиков, рекламщиков, креаторов, режиссеров и дизайнеров. Но традиционная реклама эффективна лишь тогда, когда ее смотрят, а современная аудитория научилась ловко отсеивать ненужную рекламную информацию. Поэтому качественная скрытая реклама сегодня выигрывает по эффективности. Продакшн-студия Sky Video Pro предлагает профессиональный инструмент скрытой рекламы – сериал в жанре док-реалити. Создайте атмосферу хип-хоп-тусовки, вы чё? Да, это личная жизнь, я считаю. В этом месте собираются молодежь, рэперы и типа тусуются. Что такое док-реалити? Док-реалити – тренд мирового телеэфира. Современный синтез документального кино и классического реалити-шоу. Герои док-реалити – это наши соседи и коллеги, родственники и друзья. Они решают схожие с нашими проблемы, любят и ненавидят, радуются и расстраиваются, отчаиваются и, несмотря на трудности, двигаются дальше. Со временем персонажи становятся для зрителя родными. Именно поэтому у док-реалити сегодня высокие рейтинги. Количество серий док-реалити не ограничено, ведь мы снимаем саму жизнь. Зря ты пошла там по этому пути. Бабуля! Как док-реалити работает на рекламодателя? Рекламная информация искусно вплетена в сценарий сериала, поэтому наш зритель практически беспомощен. Он видит и слышит рекламу заказчика, а значит, она сработает. Имидж. События сериала разворачиваются в условиях компании, в которой трудятся основные герои док-реалити. Постоянным фоном происходящего на экране становятся производственные процессы, цеха и офисы, пейзажи и атмосфера предприятия. Этот фон специально выбирается и корректируется съемочной группой. Сами герои на протяжении всего сериала пропагандируют предприятие, его идеологию, коммерческую и общественную миссию, услуги и товары. Важно поставить правильную цель и к ней стремиться. Если ты лентяй, то ты не приживешь на этом предприятии. Родители тоже работали на комбинате. То есть династии у нас достаточно. Это настойчивость, целеустремленность, верность своему делу, верность горняцкому делу. Как-то так вот получается, что вот мы все одна большая семья. Пропаганда. С помощью док-реалити можно поднять престиж нужной профессии или образа жизни. Очень важно, что когда они освобождаются, чтобы кто-то их встречал. Привет, как дела? Ой, отлично. Вот это наставничество у нас и начало работать. Она спрашивает, сколько я уже на свободе. То есть у нее там в голове все складывается и есть к чему стремиться. Новая жизнь с цветами, ты женщина, тебе должны дарить цветы. Столько лет я шла к этому, и вот наконец-то я пришла и хочу начать новую жизнь. Месседж. Рекламодатель определяет суть послания, а мы транслируем зрителю месседж устами героев сериала. Правильно выстроенная сюжетная линия помогает зрителю прийти к выводам, выгодным рекламодателю. Это могут быть политические взгляды, пропаганда образа жизни, выбор нужной профессии. Больше всего в моей работе я люблю свою работу. Веселуха, движуха постоянная. То есть скучать не приходится. Суета на кухне сплошная. Делами занимаюсь. Прибери, пожалуйста, чтобы не валялось. Как бы это необычно ни звучало, готовим еду, кушать готовим для наших гостей. Узнавание бренда. Product placement. В центре внимания, конечно же, наши герои, а бренд ненавязчиво присутствует в их жизни. Ассоциация с главными персонажами сериала побуждает зрителя пользоваться теми же товарами и услугами. Размещение док-реалити. Компания Sky Video Pro предлагает размещение сериала на федеральных и региональных каналах, специально отобранных в географических или стратегических зонах, необходимых предприятию в зависимости от интереса продвижения бизнеса или бренда в конкретном регионе или городе.